Лондон – чудо-город. История на каждом шагу. Туристы тоже. Приветливые бармены в пабах. Музыка, театры, живопись. Мультикультурализм. Старейшее в мире метро. Подземка. Самый стильный город. Первоклассный. 12 тысяч лет, чтобы создать его. И одна ночь, чтобы разрушить. Ну что там у нас? Датчики я вырубила, но дронов тут дофига. Какая жесть. Далтон, давай шустрей. Есть, мэм. Внутри. Узнал, с чем мы имеем дело? Узнал бы, если бы ты не рванул с места в карьер. Может, оставить подобные инциденты властям? Смешно, Бэгли. Правительство скорее арестует нас за попытку помочь, чем сделать что-то полезное. Придется разбираться самим. Будь начеку, Далтон. Бэгли заметил нотку тревоги в голосе Сабины. Чудно. Ты спрашиваешь компьютер о чувствах. Это многое объясняет. Заткнитесь, пора за дело. Нет, показалось. Явно больнее, чем мне. Сделай одолжение, Далтон, не шуми. Не будут стрелять в меня, и я стрелять не стану. Пойдет? Thank you.
Здесь полно снаряги Дедсек. Хотелось бы понять, почему. Что? Откуда они ее взяли? Не знаю. Но кто-то хочет создать впечатление, что тут был Дедсек. Черт. Будь максимально осторожен, Далтон. А что это за люди в черном? Не могу выяснить, кто это. Полагаю, так и задумано. Твою мать. Да тут все заминировано. Боже, те бочки. Бегли, это же... Гексоген, здесь хватит, чтобы сравнять с землей парламент. Бегли, можешь сказать, где детонатор? С полной уверенностью нет, но устройство этажом выше транслирует тонну зашифрованных данных. Подходит. Я проверю. Детонатор? Нет, это передатчик. Он отправляет сигнал на устройство этажом выше. Думаю, вполне разумно предположить, что это устройство и есть детонатор. Ну все, с меня хватит. Заткнись, хватит тратить мое время. Повсюду пропаганда Дедсек. Эти уроды хотят взорвать парламент и свалить все на нас. У них не выйдет, если ты найдешь детонатор. Прямо в палате общин. Не знаю, кто эти люди, но им хватило наглости влезть в самое сердце страны. Нашел детонатор. И он активирован. Бегли, мне нужна будет помощь. Верно, но, увы, у меня нет доступа. Срань. Но мы не вывезем без Бегли. Ладно, обезврежу вручную. Это входит в курс подготовки в Ми-5. Ты умеешь удивлять. Но поторопись. Так, Бегли, действуй. Готово. Но теперь бомбы заряжены. Это усложняет дело. Твою мать. Обезвредить сможешь? Конечно. А еще могу наткнуться на очередную защиту, и ты взлетишь на воздух. Имей в виду. Это привлечет к тебе внимание, Далтон. О, очень надеюсь. Враги у черного хода. Блин. Далтон, в штаб-квартире большие проблемы.
Но долго еще, Бегли? Зависит от количества твоих вопросов. Так, господа, взяли стволы, надели маски. Сейчас пойдет жара. Черт. Меня нашли. Беру их на себя. Никто не видит цель? Боже, мои уши! Пока никого не вижу. Ищем дальше. Что скажешь, Бегли? Скажу, что меня одновременно впечатляет и раздражает сложность этой системы защиты. Работаю. Бегли? Порадуй меня. Я обошел защиту и перекапываю терабайты цифрового шлака в поисках цикла активации. Как же страшно. Человека, именно его руки. Срочно! Что такое? Слева три слота, один из них приемник. Выдерни нужный провод. Ты серьезно, блин? Более чем, блин. Дергай! Если я взорвусь... Обезврежены. Ну вот, не так все и страшно. Бегли, вот ты гад. Я чуть не схватил инфаркт. Стоп, стоп. Что это вообще такое? Похоже, парламент не единственная цель. Активируются новые бомбы. Бегли, кофе. Нужно всех предупредить, чтобы людей эвакуировали. Точки по всему Лондону. Мы не успеем. Но моя сестра на конференции ТНМ. Нужно что-то делать. Я нашел на крыше передатчик, который посылает сигнал в другие точки. Доберешься туда? И отключу все. Сабина! Черт! Далтон, тут бойцы! Живо! На крышу! Сабина, что происходит? Облава. Тут просто бойня. По протоколу нужно стереть все, включая Бегли. А как же передатчик? Да, я помню. Но если до Бегли доберутся, у них будет вся инфа. Имена, места, операции. Ладно, сделаю все по старинке. Стирай. Да, сотри меня. Давай, Сабина, Блин. Так, Бегли, все. Ты теперь сам по себе. Далтон, если что-то вдруг... Ничего не случится. Увидимся на месте встречи. Обещаю. Удачи. Иди посмотри. Бегу в укрытие.
Бинго. Что за... Нет. Молодец, что? Элтон Вульф. Впечатляет. А ты что за хрен? О, ты думаешь, что спасаешь Лондон? Извини, но это не так. Просто ты помогаешь нам в важном деле. В важном деле? Ты про убийство, ты... Именно. Надо спасти мир. Ты ведь знаешь, что лондонцам не впервой, м? Чума, великий пожар, блиц. Не очень весело. Но разрушение — лучшее лекарство. Нулевой день уже наступил. Боже мой. Несколько минут назад в трех районах Лондона прогремели мощные взрывы. Власти просят местных жителей не покидать свои дома, пока работают спецслужбы. Официальной статистики пока нет, но предположительно счет жертв. Прогремели страшные взрывы. Ночные траурные бдения объединили тысячи семей и сплотили жителей города. Правоохранительные органы... Из конференции на Даунинг-стрит 10 премьер-министр поручил Найджелу Кассу, директору ЧВК «Альбион», обеспечить безопасность Лондона. Касс дал слово покончить с террористической группировкой «Дэдсек», демонстрировал силу, применив передовые интеллектуальные системы и автономных дронов, чтобы захватить оставшихся членов «Дэдсек». Все, кто захочет пойти по их стопам, должны знать. Корпорации сообщают о рекордных прибылях, связанных с оптимизацией производства и распространения товаров, ставшей возможной благодаря адаптации военных технологий для гражданских нужд. Наркотики и проституция исчезают с улиц Лондона. Уровень преступности резко упал после ареста лидеров 4 из 5 крупнейших преступных синдикатов города. Скоро улицы Камдена и Брикстона. Вроде налаживается, и правительство приняло решение продлить полномочия Альбиона на неопределенный срок. Комендантский час и ограничения на перемещение были отменены. Благодаря... Слухи о восстании на Трафальгарской площади сильно преувеличены. Вероятно, их специально распространяют в соцсетях иностранные агенты. Альбион успешно борется с ним. О попытках дезинформировать их путем распространения фейк-ньюс. Но в темных уголках интернета все еще появляются теории заговора и слухи, что террористическую организацию «Дэдсек» подставили, хотя это неоднократно опровергалось. К сожалению, наши репортеры не нашли никого, кто согласился бы разъяснить суть этой теории для наших зрителей. Нужно собрать команду, но мне не ребутнуть Дэдсек в одиночку. Хакну лондонский сети ОС и гляну, кто доступен. Я Клэр Уотерс, и мы говорим о Дэдсек, группе активистов, которую власти считают террористической организацией. Нам звонит Колин. Колин, что скажешь? Раньше я говорил, что нужно арестовать этот ДЦ к чертовой матери. А теперь вот, я считаю, что их нужно к стенке ставить. А тебе не кажется странным, что преступниками назначили их, а доказательств нет? А ТНМ? А весь наш город? Какие еще доказательства нужны?
Хотела бы напомнить, что Дедсек редко прибегал к насилию. Альбион за пару месяцев покалечил больше людей, чем Дедсек за все время. На ум приходит словосочетание «козел отпущения». Теперь нам звонит Эмили. Эмили, что скажешь? Ты абсолютно права, Клэр. Правительство пытается подставить Дедсек, чтобы сделать вид, что у них все под контролем. Скорее всего, они понятия не имеют, кто устроил теракты. Но в новостях об этом не скажешь, так ведь? А Дедсек давно действовал им на нервы. Нам дозвонилась Энджи. Что скажешь обо всем этом? Дедсек просто показал свою истинную сущность. И мы столько лет потакали этим преступникам. Террористы разгуливали буквально у нас под носом. Ты считаешь, что Дедсек опаснее банд, терроризирующих город? Даже клана Келли? Келли могут поджечь твой магазин, но в крайнем случае убьют. Но они точно не станут взрывать здание парламента. Нам дозвонился Крипто-Король. Предпочитаешь использовать псевдоним? Все должны использовать псевдонимы. Зачем облегчать им жизнь? Мы же знаем, на что они способны и как далеко могут зайти. Подожди, ты говоришь о правительстве? Ты считаешь, оно ответственно за теракты? О, поверь мне, Клэр, у них были союзники. Все они заодно. Правительство, Альбион, Сирс, Блюм, Топанет, Скайларсен, все. Вплоть до тех, кто сидит на Даунинг-стрит. Они хотят запугать нас, хотят контролировать наш разум, выжить нас до последней капли. А потом, когда мы сдохнем, они продадут наши трупы. И что же нам делать? Крипто-король. Нужно уйти в подполье. Туда, куда не добивает электрический сигнал. Другого выхода нет. Что ж, спасибо всем нашим слушателям. Спасибо вам, что искали правду вместе со мной. На следующей неделе на радио «Буканир» вас ждет выпуск о корпорации «Альбион». Кто эти мужчины и женщины, получающие безумные зарплаты за то, что охраняют город? Они и правда защищают нас? Защищают Лондон? Или все же чьи-то интересы? До встречи, дорогие пираты. Это Клэр Уотерс. Отбой. Ситуация хуже, чем я думала. Супер. Расскажем жителям Лондона всю правду.
Тебе удалось выжить. Если твоя решимость не пошатнулась, Дэдсек ждет. Вот координаты последнего убежища. Жди там. А, ладно. Похер. Пилот выключен. Преследуя преступника, транспорт Альбиона может приблизиться без предупреждения. Будьте готовы. Автопилот включен. Автопилот выключен. Автопилот включен.
залила патч на твой оптик. Теперь у тебя есть доступ к нашей системе безопасности. Она настроена таким образом, что я просто не смогу пустить того, кто не состоит в DedSec. Тебе придется делать все вручную. Я как будто попал в кино про шпионов. Чума вообще! Ты от Сабины, да? Ну, тогда увидимся внизу. Вот поэтому я сижу дома. Понять его можно? Порой жизнь не оставляет нам выбора. Все нормально. Ты крутой. Ты мужик. Йоу-йоу, есть тут кто? Надо свет врубить. Этаж и подкаст «Буканир». Мы знаем то, что от вас скрывают. В современном мире мы уже привыкли к тому, что обо всех наших действиях знают благодаря оптикам, камерам наблюдения и слежке в сети. С каждым днем массив больших данных лишь растет и растет. Почему же гиганты вроде Блюм так жадно собирают мета и личную информацию? Для чего она нужна? Сможем ли мы вернуть себе приватность? Существует ли она в цифровом мире? Как быть, когда капитализм и слежка стали одним целым? Как вы помните, мы скрываем имена наших гостей. На связи из безопасного места Чарльз, специалист по технологиям. Он работал в разных точках мира, пытаясь защитить демократию от штурма данных. Если собрать достаточно личных данных, можно предсказать действия человека. Узнать, что может его по-настоящему увлечь, и главное понять, чего он боится. И с вами снова подкаст «Закачка». В этом выпуске мы обсудим CTOS 3.0, операционную систему, управляющую Лондоном. Если кто забыл, а такие вряд ли есть, в 2014-м CTOS запустили в Чикаго, в 2017-м в Сан-Франциско, а теперь она пришла к нам. Каждое ее внедрение сопровождалось какой-нибудь катастрофой. Также тем, кто слушает нас и по счастливой случайности не находится посреди этого хаоса, напомним, что лондонской телевышкой владеет Блюм. Она находится на северо-западе города и всегда была главным телекоммуникационным центром Великобритании. Данные о самой вышке засекречены. А после покупки Блюм секретность повысилась. Теперь компания может спокойно вести свою операцию по слежке за всем городом. Но выглядит эта вышка довольно глупо. Дурацкая корона наверху, синяя подсветка. И зачем это все? В чем смысл? Лично я никакой толковой цели не вижу. А главное, она же портит нам вид. Вышка стала ключевой точкой для миллионов людей. Отсюда раздают Wi-Fi и осуществляют управление Бэгли. И всеми беспилотными машинами. Я думала, что они сами по себе. Нет, CTOS в том числе отвечает и за них. Раньше беспилотные машины действительно были сами по себе. В них использовали сенсоры для получения информации об окружении. Радар сканировал объекты вдалеке, а лидар — те, что поближе. Эти технологии есть и в современных авто, но благодаря CTOS и ее картам и данным по Лондону, Блюм могут все контролировать. Система может без проблем взять управление на себя. Для этого ее и поставили в беспилотные модели. Но она плохо работает. Стоит взять такую машину в каршеринге, как я оказываюсь в пробке, или у очередного блокпоста. Это ужасно раздражает. Про аварии вообще молчу. Я кучу раз слышала, что они врезаются друг в друга.
Обычный человек за рулем так не косячит. Система должна была сделать нашу жизнь лучше, но Блюм умудрились все испортить, и хаоса в Лондоне стало только больше. Я больше не езжу на машинах, только на великах, хоть они еще не беспилотные. Про данные мне лучше даже не начинать. Все, что видит Блюм, ваши перемещения или поездки на беспилотных машинах, записывается в огромной системе управления информацией. Опять Блюм и приватность. Прешь по проторенной колее. В отличие от машин в городе. На связи, Лондон. Ну и чё тут у нас? Закачки, мы говорим о Скай Ларсен, загадочной основательнице Брокотек. Имя известно, но мы совсем ничего не знаем о ней. А теперь мы вообще видим только голограмму. Именно Ларсен создала Брокотек, компанию, которая выпустила нашего Бегли. Теперь уже и не вспомнить, каким мир был без него. Я думаю, что с Бегли Скай Ларсен добилась колоссального успеха. Он самый продвинутый и многообещающий ИИ, который с легкостью затмил все те, что мы делали раньше. Это правда. Без него оптик был бы невозможен. Но что ты знаешь о самой Скай Ларсен? Ничего, кроме того, что она просто потрясная. Я давно слежу за ее работой, и публичность явно не фишка Скай. Вроде бы она выросла в какой-то глубинке, а в остальном о ней можно судить только по технологиям, подаренным нашему миру. Меня всегда пугала ее одержимость идеями трансгуманизма. А ты представь, чего бы ты хотела, будь у тебя такой же прекрасный ум, как у Скай. Ну, конечно же, улучшить его, изменить себя, в том числе и физически, сделать что-то совершенно новое, чтобы продлить свою жизнь и расширить возможности каждого человека на Земле. Такое ощущение, что ты влюбился в Скай Ларсен. Без комментариев, но я фанат ее трудов. Она одна из тех, кто трансформировал окружающий мир. За ее прогрессом интересно наблюдать со стороны, ведь технологии Брокотек полностью изменили нашу жизнь, а Бегли должен стать главным помощником всего человечества. Однажды я брал интервью у Скай Ларсен. Правда? Я думала, она не общается со СМИ. Это было давно. Тогда до нее еще можно было достучаться. Она была тем, рядом с кем тебе хочется находиться. Меня вдохновлял один ее вид. А ведь Скай еще и талантлива, и умна, и просто один из лучших людей, которых можно встретить. Мне кажется, ты совсем не объективен. Я бы точно не назвала Скай милой. Ну да, она немного презирает людей. Я думаю, Скай скорее предпочтет стать данными, чем быть человеком. Просто она из тех, кто систематизирует все, чем занимается. Она доводит каждую деталь до идеала и меняет все вокруг, чтобы нам было только лучше. Как скажешь. На связи Лондон. Вы слушаете «Буканир» — самый честный подкаст о том, что от вас скрывают. Я Таш. Давайте все передадим привет ребятам из разведывательной службы быстрого реагирования, или просто СИРС. А что? Они ведь все равно нас слушают в любое время дня и ночи. И знают, что вы сейчас слушаете нас. Не волнуйтесь, мы не станем ругать огромную, независимую шпионскую организацию, пытающуюся убить свободу слова.
Лучше разберемся, откуда у Сирс столько власти. Как и всегда, мы скроем личности наших гостей, чтобы кое-кому не вздумалось их найти. Чарльз, эксперт по слежке и контролю, создававший демократические СМИ в бывших коммунистических странах. В чем же Британия ошиблась? Знаете, мы смотрим не туда. Обсуждая кризис в Великобритании, мы постоянно говорим о манипулировании данными. Но совершенно упускаем из виду финансовый аспект и роль властных структур. Скажем, присмотревшись, можно заметить, что, допустим, есть некая компания, которая очень заинтересована в продаже паспортов, упрощении получения виз для инвесторов и так далее. Эта компания манипулирует огромными массивами данных, и ее услугами не раз пользовались, чтобы свергать правительство. Но что посеешь, то и пожнешь. Этого не найти в финансовых отчетах, и никто не знает подробностей сделки, но у всех есть чувство, что здесь что-то не так, только непонятно, что именно. И все это происходит на наших глазах. Есть несколько вариантов того, как мы пришли к тому, что имеем. Хотя нет, всего один. Есть несколько мелких организаций, влиятельных групп, компаний, способных менять условия игры. Они говорят, да, мы пойдем на компромисс, слегка изменим правила, чтобы добиться своих целей. Это растет как снежный ком, и в конечном итоге множество мелких толчков приводит к сходу лавины. И я хочу упомянуть еще один момент. Сбор данных и анализ данных изначально несет в себе зерно авторитаризма. По сути, это инструмент авторитаризма, и он используется по назначению. Как Биг Дата влияет на наши жизни? Джеймс освещал этот вопрос до кризиса. Личные данные и данные, полученные государством, сливаются в системы социальных кредитов. Каждый аспект вашего поведения фиксируется и анализируется центральной системой, чтобы оценить вас как человека, чем-то похоже на выдачу кредитки. Но в основе поведения, а не траты. И это может сильно повлиять на общество. Представьте систему, которая и наказывает вас, и мешает делать что-либо, исходя из поведенческих паттернов. Причем все банально. Если ты переходишь улицу в неположенном месте, ты теряешь очки. Если ты как-то помогаешь сообществу или своим соседям, ты получаешь очки. И твоя оценка как человека повышается. А это, в свою очередь, влияет на возможность или невозможность путешествовать первым классом или путешествовать в принципе. Подобные системы весьма реалистичны, ведь все наши данные на виду. Иэн, политический журналист и ведущий подкастов «До кризисной Британии». Неужели мы живем при фашизме? Все признаки налицо. Это абсолютная власть над человеком. В основе которой лежит идея, что его жизнь не имеет значения в отрыве от других, что он является крошечной частью системы. Частью нации. И что быть частью этой нации — его единственное предназначение. А что есть нация? Это пустой звук, понимаете? Нация — это воплощение идеи лидера, который утверждает, что проникся духом страны, духом своего народа. И это всякий раз оказывается ложью. Это миф. Но так они и говорят. И на этом основании считают себя вправе указывать вам, с кем говорить, что есть и где отдыхать с друзьями. И сейчас мы наблюдаем новый виток этого процесса, в который вовлечены корпорации и правительства, слившиеся в единое целое. Идея не нова. То же самое происходило в нацистской Германии. Частные компании сотрудничали с концентрационными лагерями. Использовали узников в качестве рабов. Фашисты нередко сотрудничают с корпорациями. Таким образом, они контролируют наши действия. Контролируют, с кем мы разговариваем, и покрывают друг друга. Что, кажется, будто за вами наблюдают? Скорее всего, так и есть. Слежку ведут за всеми. С вами была Таш и подкаст «Буканир». Слушайте нас, шифруйте и делитесь тем, что узнали. Они смотрят за нами, а мы за ними.
Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Закачка». Сегодня мы обсудим, как оптик изменил нашу жизнь. Напомню, что на TNM Bloom анонсировали новую версию своего девайса. Информации почти что нет из-за событий на конференции. Но сперва поговорим о самой технологии. Ведь оптик изменил практически все. Вы можете видеть все в DR, смартфон уже не нужен. Ведь есть имплант, посылающий сигналы на зрительный нерв, чтобы вы читали почту, звонили и серфили в инете так, будто экран прямо перед вами. Вместо обычного телефона у вас миниатюрное устройство. Легкое, удобное, но разве не чудо? Вики, да ты, похоже, просто обожаешь оптик. Ты правда думаешь, что он сделал нашу жизнь лучше? Давай по-честному, он упростил кучу вещей. Со звонками проблем нет. Выбираешь того, с кем хочешь поговорить, и вот он, прямо перед тобой. Серфить в инете тоже легче. Как вспомню, что раньше приходилось специально садиться за комп, пользоваться клавой и мышью, вводить все вручную. Моя любимая функция — это транспорт. С оптиком стало проще попасть в метро. Он и паспорт заменил. Теперь не нужно 100 лет искать эту книжечку, потому что тебе нужно куда-то ехать. Ну и, наконец, раздать его всем бесплатно — это гениальная рекламная идея Bloom. Идея? Да все было заранее рассчитано. Они почти насильно всучили всем этот девайс. И люди сразу купились бесплатный Wi-Fi, супертарифы. Все это сработало, но не означало, что без этого продукта невозможно жить. Чего ты его хейтишь? Потому что мы отказались от приватности и согласились на слежку за собой. Властям и Bloom не нужно было делать оптик обязательным. Но они сделали. Такое чувство, что для подстраховки. Если бесплатность не убедила, то после штрафов и арестов ты точно захочешь себе оптик. А к чему ты сказал про приватность? Сейчас разговоры о ней поутихли. Ну, конечно, потому что с оптиком ни у кого нет другого выбора. Да, он удобен, без него нельзя, но все забыли, в чем вообще вся суть девайса. А она в том, что Bloom фактически владеет всеми твоими данными. Они видят все, что видишь ты, и скрыть это невозможно. Но есть куча моментов, когда я вообще не хочу, чтобы кто-то знал, где я, с кем говорю, что делаю, и я не о грязных штучках. Хотя мне не хочется, чтобы потом меня шантажировали. А раз у Bloom есть правительственные контракты, то видит все не только компания, но и наши власти. Великобритания стала просто раем для слежки. Какая мрачная картина. Но ведь не все так плохо. О, тут ты ошибаешься. Я не хочу, чтобы меня отслеживали, куда бы я ни шел. Тогда тебе понравятся слухи, которые я нашла. Слышал, что хакеры из DeadSec вроде смогли обойти подключение оптика к Bloom. И так они хотят сделать девайс лучше, юзабельнее или понятнее для всех. Ну, насколько я поняла, им удалось создать зашифрованный сигнал. А это значит, что у нас есть шанс получить... какую-то долю приватности и использовать все самые крутые функции и оптика без угрозы слежки. С оптиком приватности нет. Регистрация DeadSec не обнаружена. Идентифицируй себя, иначе я взломаю твой оптик и буду вслух читать тебе все твои письма, отправленные по пьяни, пока ты не умрешь от голода. Бро, чиллэкс. Сабину знаешь? Подруга моя. Сабина жива? Ну, хоть какие-то хорошие новости. Я Бегли, абсолютно точно не украденный, продвинутый ИИ-помощник DeadSec, и, похоже, пару месяцев я простаивал. Неважно, давай-ка ты подключишь меня к сети DeadSec, чтобы я стал могущественнее, чем ты можешь себе представить. В смысле, наверстал упущенное.
я снова в сети и скачиваю нашу базу данных, архивы новостей. О нет, Дедсек ответственен за серию взрывов в Лондоне, унесших жизни множество людей. Далтон Вольф мертв. Я оставил вас буквально на секунду, и вы все тут же просрали. Так это бы... Если не Дедсек взорвал город, то кто тогда? У меня провалы в памяти, начиная с момента, когда Далтон, точнее, будем честными, когда я обезвредил бомбу в парламенте. У меня нет информации о том, что случилось после того, как меня отключили, но я могу предположить, что в теракте замешана группа хакеров, известная как «Нулевой день». Думаю, именно они устроили взрывы и подставили Дедсек. Подойди к моему терминалу. Сабина на связи. Включаю Сабину Брандт и рекомендую слушать ее очень внимательно. Ну, здравствуй. Рада, что ты здесь. Бегли, боже, как я рада слышать твой безумный голос. Память не пострадала? Еще как пострадала. Последняя запись нападения на наш штаб и одна зацепка. Нулевой день. Звучит знакомо? Нет. Но в штаб-квартиру ворвались люди в черном. Такие же были в парламенте. Работали вместе. У нас не было шансов. Они всех перестреляли. Хераси! А как ты выбралась из этой жопы? Через канализацию вылезла в Кандоне. Мне помогли выбраться из города. С тех пор я торчала на севере. Разумно. В городской системе наблюдения ты одна из самых приоритетных целей. При первом же распознавании лица тебя бы нашли и убили. Слушай, Дедсек ща круто прижали. Затусить с вами почетно, но кони двинуть не совсем охота. Риск. Мало кто знает о риске больше меня. Я потеряла всех и все, что у меня было. Но вот что мы имеем. Лондон летит в пропасть. И если Дедсек не спасет город, поверь, никто не сможет. Без сопротивления не выжить. Ты первый шаг. Что скажешь? Но раз уж надо сдохнуть, лучше сделать это красиво. Отлично, новый пользователь! Добро пожаловать в Дедсек! Конечно, выпускать тебя на волю голым и скулящим от бессилья безответственно. В убежище ты найдешь снарягу, которая входит в набор начинающего дедсековца.
нас есть крайне хитроумный способ борьбы с системой распознавания лиц. Называется маска. И, кстати, я бы хотел поговорить о твоем гардеробе. Его пора обновить. Ну, серьезно. Конечно, новые красивые игрушки — это клево, но не стоит забывать об основах. Тебе придется научиться драться и получать по морде. Если попрешь на Альбион с оружием, тебя попросту пристрелят. А мы хотели бы избежать сопутствующих потерь. Дэдсек старается не использовать огнестрельное оружие без крайней необходимости. Уже познакомился с Кони Робинсон? Она владелица паба и давняя союзница Дэдсек. А еще чемпион по боксу среди любителей. Отправляйся на ринг, и она покажет тебе, как не дергаться, если тебе вот-вот двинут в морду. Сейчас спущусь. Надо размяться. Начнем с самых простых ударов. Давай, бей меня, не стесняйся. Отлично! Я б сама не справилась, Лу. Тебе нужно пробить мой блок. Ищи слабое место. Вот так. Все отлично. Живо вставай на ноги. Нужно создать дистанцию. Отлично. Да, молодец. Осталось освоить один навык. Навык социализации. Другие члены команды уже прибыли. Почему бы не поболтать с ними? Добро пожаловать. Ну да, готова помогать всеми силами. Как дела? Здоров. Не верится, что это было так просто. Все, ДЦК и погнали? Или будет какой-нибудь тест? Оно так не работает.
Будем набивать шишки, чё? Что ж, раз уж теперь вы все закадычные кибердрузья, пора поговорить с Сабиной. Просто отлично. В убежище появились люди, и это круто. Если мы хотим спасти Лондон от окончательной гибели, нужно возродить сопротивление. Вербовать. Учить. Снабжать снаряжением. Люди сами хотят сражаться за свой город, я уверена. Нам нужно показать, что Дэдсек на их стороне. А я прям на взводе. Хочу навалять этим сукам, что похерили наш Лондон. Альбион — это бомба замедленного действия. Не покончим с ними, нам крышка. Да, но и клан Келли что-то в конец охерел. Их бы тоже стоило поприжать. Верно. Но и хакеры из нулевого дня никуда не делись. Они уже уничтожили Дэдсек, наверняка повторят попытку. Думаю, теракт их рук дело, и подставили нас тоже они. Но с вашей помощью я распутаю этот клубок тайн. Что ж, дел по горло. Погнали. Спасем Лондон. Итак, самое важное. Служба оперативного реагирования, она же СИРС, она же Гестапо с чаепитиями, получила технологию наблюдения, которая называется ДР-реконструкция. Это последнее слово в области нарушения прав на частную жизнь, и мы можем воспользоваться ей, чтобы найти нулевой день. Если мы хотим, чтобы нас перестали считать толпой кровожадных головорезов, нужно предпринять какие-то меры. Сам реши, что и как будешь делать, но не забудь, что ты теперь Дэдсек. Преследуя преступников, транспорт Альбиона может приблизиться без предупреждения. Будьте готовы освободить дорогу. Как видишь, все не так плохо. Все, все, я успокоюсь. Секрет успеха сопротивления в том, чтобы набрать специалистов в разных областях. Люди, которые умеют драться, тоже полезный ресурс. Кулачные бои позволят тебе найти тех, кто умеет двинуть в морду, а также получить по ней. Победив всех соперников на арене, ты сможешь сразиться с чемпионами. Докажи свое физическое превосходство, и, быть может, они согласятся вступить в Дэдсек. У приматов, кстати, похожие социальные игры. Я не позволю этого.